Друзья, приветствуем вас на канале Monkey Happy Life. Сегодня 12 июня, сегодня праздник, День России, поэтому мы вас поздравляем с этим праздником. И в этот день мы решили открыть купальный сезон. Мы приехали на речку, в городе ужасно жарко. Вообще сегодня не обещали дождя даже здесь, но наплыли вот тучки, иногда даже гремит гром, не знаем, застанет нас дождик или нет, потому что, если честно, мы заехали так, что... Такой берег песчаный немножко, машина застряла. Чего такое? Ты увидела? Ты увидела своего друга? Да. Ну что, будем открывать купальный сезон, Масянь? Будем? Водичка теплая? Да, теплая водичка. Пойдешь плавать? Бусь, идешь? Давай, давай плавать. Плавать, давай, давай, давай. Ой. Опа! Первый пошел, Масянь, там грязно, иди ко мне на ручки. Нет, давай на ручки ко мне, на. Ой, Маська искупалась. Ой, классно как. Я думала, что я никогда не буду так счастлива, если на меня залезть мокрая обезьяна. Но настолько жарко, что, если честно, очень классно. Дань, а ты будешь плавать? Ты боишься? Смотри. Ой, Маська поплыла. Даня боится. Масянь, грязно. Иди ко мне. Иди, не будем собирать. Маська уже понимает, что в водичке хорошо. Маська побежала в воду. Даня побаивается. Ну ничего, она еще посмотрит, как Маська плавает. Да, Данюш? Потому что Даня не боится у нас водички. Просто ее, наверное, смущает. Такая большая ванная. Да? Такая большая ванная. Ничего не поменялось. Ничего не происходит. Сидим. Она только крепче за меня держится. Она в целом достаточно комфортно. То, что Даня попискивает, это она пищит. Не потому, что мы в воде, а потому, что она хочет на ручки к другу. Не сейчас... смотри на нее по-братски. Секунду, да. Сейчас просто буду думать, сейчас что мы отнимемся, да, и... называть, что мы ее мучаем. Она сегодня подружилась. Вот. И сегодня целый день сидит с ним всю поездку. Вот. И требует, чтобы ее вернули обратно к другу. Дань, пить это не надо. В общем, Даня против воды ничего не имеет, но плавать тоже пока не хочет. Маська зато уже хочет. Поплыла. Пока не допускаю ее на берег, чтобы грязь не набирала. Маське хорошо. Да, молодец. Да, Масе хорошо. Молодец. Умничка. Умничка. Хорошо мокрую обезьянку посадить на себя, да? Пытаемся вытащить машинку. Машинка у нас застряла. Кто тут такой мокренький? Ой, не шатайте меня. Кто тут такой мокренький? Что вы тут? Меня не поделили? Вы меня не поделили, да? Не поделили? Собачки мокрые. Погода портится. Гремит гром. Поднялся ветер. А мы приехали на речку отдыхать. Нам везет. Машинка застряла. Если пойдет дождь, то наша машинка может отсюда не выехать. В общем, сейчас пока не до отдыха. Вытаскиваем машинку. Да? Все так затянуло. Народ потихонечку уходит. Наверное, мы тоже пойдем сейчас толкать машинку. Вот сидим мы вот так вот с девчонками на бережочке. Машинку вытолкали и думаем. Может, домой уже собираться? Нет, не собираться. Будем еще надеяться, что распогодится, Масянь. Как думаешь, распогодится? Нет? А может, распогодится? Нет? Домой поедем, Мась? Ух, какой гром. И молнии уже сверкают иногда. Ох. Нет, конечно, хорошо. В такой обстановке сейчас все люди уедут. Мы сможем пойти на свое любимое место отдыхать. Но если пойдет дождь, вот тут уже неизвестно, получится ли отдыхать. В общем, нам не повезло. Что-то нас в последнее время все наши прогулки, все наши вылазки прогоняет дождь.
мы еще надеялись, конечно, тут был такой вот маленький вот там клочочек голубого неба. У нас еще была небольшая надежда, но все-таки дождь нас прогнал, девчонки хотят уже прятаться. Вот, уже не получится никого, ни шашлыка, ничего. Вот, так что поедем в город. Вот наши ямы, как мы выбирались. Слава богу, машину мы вытащили. Ну что, девчонки, поехали обратно. Друзья, дождик нас прогнал, но мы решили не уезжать, а просто поднялись немножечко выше. Вот. Вот такая вот красота. Здесь дождика нет, только тучки. Мы сейчас немножко пошли по тропинке с девчонками прогуляться. Да. Вот. Немножко прогуляемся, пока мальчишки готовят беседку. Здесь беседка есть, здесь есть мангал, здесь есть столик, беседка с крышей, вот. Пока они все делают, мы решили немножечко прогуляться, подышать воздухом. Правда, машинки здесь недалеко ездят. Да, девочки у нас кушают кабачок. Хрустят. Кто хрустит кабачком? Девчонки, вкусный кабачок. Что-то мы куда-то мы зашли. Уже не туда, по-моему. Думала поближе подойти к речке, а что-то мы зашли в комариное логово. Там дальше вот такой вот спуск вниз. Туда мы не пойдем, конечно. Мы пойдем обратно. Мы пойдем обратно, потому что страшно тут ходить. Особенно, когда Данька так рьяно расшатывается. Фу! На плечах комары. Елки прям на обрыве растут. Смотрится красиво. Ой. Вот такая вот елочка. Растет елочка. Страшно. Как она там держится, я не понимаю. Высокая. А внизу речка. Дань, ты мне кабачковые маски теперь делаешь, да? Пойдем обратно к нашим мальчишкам. А то они там без нас. Они без нас не справятся. Да, не справятся без нас мальчишки. Жарятся вот такие вот домашние колбаски из баранины и зелени, да? Девчонки, скоро вас немножечко угостим. Дождик нас согнал. Мы вообще рассчитывали на такой ливень. Приехали сюда вот на беседочку. Такая хорошая беседочка. Называется вообще «Алтарь желаний». Здесь висят иконки. Вот здесь на камушках люди пишут различные свои пожелания. Вот. Кому что вздумается. Вот такая вот у нас интересная беседочка. Она вся расписанная. Такой интересный вандализм. Вандализм желаний. Вот. И, соответственно, здесь речка, конечно, далеко, но очень красивый вид здесь сверху. Масянька, садись. Вот. Здесь видно все горы. Здесь русло реки уже, конечно, обмельчало. Но когда приезжаешь здесь в начале весны, ну или хотя бы в конце весны, здесь полноводная река, очень красиво. Но, в принципе, сейчас тоже вид достаточно замечательный. Да, Данюх, ты боишься? Ты боишься? Вон, смотри, Маська бегает по обрывам на краю пропасти. А ты чего? Пойдешь побегать? Давай, побегай. И ты пошла побегать. И ты пошла побегать. Вот так. Возвращайся ко мне. Возвращайся ко мне. Давай, возвращайся. Ой, ты молодец. Сама гуляешь. А сюда наверх пойдешь, Данюш? Вот сюда наверх. Ко мне наверх. А вот сюда садись. Вот сюда садишь? А сюда боишься? Сюда боится. Вон, посмотри, что Мася делает. Посмотри, что она делает. Масянь, а ну давай наверх. Иди наверх. Давай. Масянь. Нет? Ты дальше пошла? Нет, дальше давай не будем ходить. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык.
смотри, лошадь смелая. Видишь, какая Мася смелая? Мась, ну я там не пройду. Возвращайся. Вот такая вот Масянька радостная. Дождика нету. Всю пыль прибила. Сейчас очень просто, я даже не знаю, как описать, вот этот вот горный воздух. А сейчас, ну, здесь, конечно, не видно, но там дальше тоже все цветет, потому что здесь климат прохладнее. Если у нас в городе уже практически все отцвело, то здесь оно сейчас в самом цвете. Вот, и поэтому сейчас запах вот всех вот этих вот цветов просто непередаваемый. Да? И солнца нету, жары вот этой вот нету. Вообще очень замечательно, просто лучше не придумаешь. Все-таки не зря уехали сегодня с города. Пойдем проверять, что там у нас жарится. Тут уже все готово, пора кушать. Колбаску хочет, да? Даня колбаску хочет? Вот так колбаску хочет? Мася, Айкас, не трогай, говорю, не надо. Вот так колбаску хочет Данечка. Ой, не дают колбаску, Данечка. Не дают, не дают. Вот, Мася молодец. Мася молодец, яблочко взяла, да. А Дане колбаску не дают, да? Да. Кися. На, Маринку. Вкусно? Данечка, на колбаску. Нет. А Маська не откажется. Мась, иди сюда, ну куда пошла сразу? Иди обратно, кушай. Да, сейчас заберу грыз. Какое-то добро. Какую вкуснотищу. Да. Ну попробуй, ты ж просила. Дань. Нет, не хочу. Иди сюда, Мась. Где ты там? Вот. Какая вкусная, да? Друзья, на сегодня наш день заканчивается. Мы провели очень хорошо время. Девчонки подышали свежим воздухом. Конечно, нас немножечко спугнул дождик, но первый заплыв в этом году мы сделать все-таки успели. Я надеюсь, в ближайшее время мы полноценно сможем выбраться на речку. Ну что, Данюшка, что ты кушаешь? Ты хлебушку украла, да? Ну, кушай, кушай. На сегодня, друзья, мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось наше видео. И всем пока-пока! С праздником!